Что? Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Что он довольный такой, улыбается рукой, нам машет. Тонкая копия вышла. Но я думаю, это голограмма хорошая очень. Проверим. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Игоря в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Игоря поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. А мы на месте? Мы приветствуем Игоря, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. В общем, это довольно голограмма. Игорь за ней, он пытается расширить ее руками, но не может. Убери ее, пожалуйста. Сканер, просканируй сейчас эту голограмму, отключи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, плантами, конвекторами. Выведи это все из биополя Игоря. И как это выходит, силой моего намерения я отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. На полностью подключена голова, руки, ноги. Как оболочка тела еще одна. Клетки. Хорошо. Так лучше, Игорь? Да, он приветствует и говорит, почистите меня, пожалуйста. Даю команду, значит, три. Сканер сканирует пространство над головой Игоря под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Игоря. Находит все. Но рептилоид у него, два Грея, синий дракон, суккуб и джин. Какой у нас джин? 28-16. Сколько находился в этом биополе джин? 4 месяца. Суккуб, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Хорошо. Какой у нас синий дракон? 36-12. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? Год. 1 год и рептилоид с 2 греями. Сколько вы находились в этом биополе со своей голограммой? 4 года. Греи говорят, строишь, модернизируешь, улучшаешь. Потом приходит кто-то. А почему ты меня называешь кто-то с Верой? Мы не кто-то. Как называть вас? Ну, вообще-то у нас мы чистим. Считаем, может, чистильщики. Приходят такие, как вы. Хорошо. Портят всю работу. Грей, что ты так возмущаешься? Год назад кто-то чистил человека. Насколько я знаю, в Израиле это было. Вас не нашли, если вы сидите 4 года. Я же говорю, модернизируешь, улучшаешь, копируешь, используешь материал, улучшаешь. Надо с этой жалобы в профсоюзы обратиться. Там вас выслушает внимательно. Хорошо, вы понимаете. У кого есть контракт? Сразу спрашиваю из вас всех. Ни у кого. Это свободное решение. Это тоже каждой верно. Каждой партии. И кто из вас еще присутствует в месте, где живет Игорь? Джин немножко присутствует. Хорошо, у нас не было задания, задачи чистить сегодня эту квартиру. Место, где он живет, я просто уточнил. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Игоря спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную потенцию. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер просканирует сейчас полноту души Игоря на настоящий момент. 98. Грей 2% в голограмме? Да, одушевляли. Копировали, внушали. А что вы внушали конкретно? Вы зашли на какое-то, с каким-то учением к нему? Через интерес его? Или это было на основании тех энергий, которые в нем присутствуют? Ваш интерес? Нет, мы привели определенный эгрегор. Вы привели к нему этот эгрегор? Или он пришел к этому эгрегору? Мы подтолкнули, как вы... кураторы. Ах, вот как. Вы направили его, вы представились кураторами и направили его на какое-то учение, да? Определенное. Хорошо. Я знаю, у вас есть много подключек к другим учениям. Определенная энергия. А это не космология или что-то с этим связано? Хотя это слишком размытое понятие. Чему он обучался? Можно уточнить у вас? Эзотерики. Обтекаемо.
обтекаемое, 20% правды, 80% дикой фантастики, да? Разное смотрел. Ну, на чем-то же остановился, если вы подключились. Впитывал. Ну, у него есть интерес. На этом интересе. Интерес должен просеиваться через Тита, а не приниматься распростертыми объятиями. И в этом месте мне вообще нечего вам возразить. Абсолютно верное умозаключение. Хорошо, ждем окончания. Голограмму создали специально под него, принимая все с улыбкой, как магнит. Ну вот, голограмма и улыбалась, когда мы его достали. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Игорь забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ему возвращается, свет души возвращается, информация идет, что не эзотерику надо изучать, а себя в глубине. И то, что ты свою душу из глубины, изнутри начинать обучение, а не снаружи информативно. Благодарим куратора за эту информацию. Только поняв себя, можно принимать информацию от других людей. А понятие можно, когда уже установлен диалог со своей душой, и каждое действие с ним согласовывается. Это база, с которой начинается путь. Так и есть. Реверс закончился. Отлично. Хорошо, сканер. Полнота души Игоря на настоящий момент. 100. Отлично. Хорошо. Здесь мы закончили. Идем дальше. Начинаем тогда с Джина. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыль. Все, что установил ее в биополе, втягивай в себя, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке, как закончишь. Он все втянул в себя. Хорошо. Суккуб, твоя очередь. Выходи, отключайся. Полностью ничего не забывай. Что у него там в биополе у суккуба? А ты знаешь, он у него сидит в области талии, и он тянет его вниз, давит, как у него давление идет на спину, пах. Как тяжесть у него там. Суккуб, а что это ты устроил? То есть он как вот рюкзак, но спереди. И это идет нагрузка на спину, да? Спину и пах. И пах. То есть вот эта нижняя область вокруг, потому что у него на ноги, что у него там сзади закинут на спине, в области талии. Ну как рюкзак сидит на нем. Снял он все. Синий дракон, твоя очередь, выходи. Отключайся полностью, вытаскивай все свои платы. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Приступаем. Как ты воздействовал, синий дракон, на него? Где твои платы стояли? Сердце. И третий глаз? Нет, только сердце. Сердце чувствовало, а я чувствовал сердце. Ну хорошо. Эмоции интересны мне были. Какие именно эмоции тебе были интересны? Как он реагирует на разную информацию, как эмоционально идет поток тепла, холода и других чувств. Именно эта реакция мне была интересна по цветам и температурным. Ты обучался? Или ты у него? Можно сказать, обучался, наблюдал. Мне было интересно. Хорошо. Познать чувства через сердечную чакру. Достался. Хорошо. Грей, что-нибудь осталось еще? Посмотрите. От вас с рептилоидом. Осталась оболочка. Хорошо. Не оболочка, как обруч на голове. Хорошо, выходите. Вытаскивайте этот обруч, отключайте его полностью. Возвращайтесь назад. Он обруч, и сверху купол у него, это коронная чакра. Вот я же говорю, там на голове конструкция была. Сняли. Все убрали, даю команду на рассинхронизацию Игоря с голограммой рептилоидов и греев, с рептилоидом и греями, синим драконом, суккубом и джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Он сам говорит, сколько грязи собрал. Все за свои мысли принимал. Так и есть. Готово. Отлично, идем дальше. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, проверку прошли все. Первый раз я буду отпускать. Джин, ты готов уходить? Готов. Если не хочешь второй раз со мной встретиться, больше не подходи к этому человеку. Тебе это понятно? Понятно, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте G на 1, 2, 3. И Джин уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй.
Суккуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Синий дракон, я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Благодарю за знание и даю слово синего дракона. Принимается. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуем тебя, Ли. У нас здесь рептилоид 2 Грея сидели 4 года с голограммой. Ничего такого сильного не было. Ну, посмотри, может, по твоей части что-то есть. Будет проверка, забираем. Голограмму? А уничтожит. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Нейтральную проверку пройдете. Там Грея не хотят уходить. Грея хотят у нас остаться? Нет, они хотят на свою частоту по законам. Грей, здесь межгалактическим. Поэтому им говорят, что это нейтральная проверка. Готово. Собрали. И для них это менее болезненно, чем у нас. Хорошо, идем дальше. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Игорь, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Играю душой, то сжимаю, то отпускаю. Отлично. Вы слышали совет вашего куратора. Что дальше делать, если захотите с ним познакомиться, можете к нам обратиться и задать ему 10 своих вопросов. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Игоря в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.